Всем привет, друзья! Привет, привет! У нас тут мальчик в любви. Да. Да? Кто-то из них будет у нас в любви. Да, это BTS. BTS в любви. Мы смотрим. Мы смотрим. Я надеюсь, что в этом клипе... Это какой клип по счету? О, я уже сбился со счета. Я сбилась со счета. В общем, я надеюсь, что в этом клипе нам покажут Намджуна, пожалуйста. Где Намджун? Уже два клипа не было Намджуна. Да, может, он был оператором. Может быть, а Джин? Он был этим помощником оператора. А Шуга? Он был этим осветителем. Хорошо, Шуга осветитель. Шуга, пожалуйста, в клип. Ого. Чонгук опять влюбился, да? О, Намджун, привет! Наконец-то, с Шугой. А что происходит? Почему? Очень странно. Да. Песня про любовь, мы смотрели перевод. О, это уже опять что-то такое, да? Пожёстче. Я думала, будет очень милое что-то. Это школьное радио. Школьное рэп-радио. Ну, там Джин крутой самый, смотрим, какой типа. Такой pure evil boy. Хакуна Матата. Ты такой злой все время. Это что? Почему школа такая странная? Как будто она такая очень в плохом районе. Намджун как будто учитель. То есть он такой прям повзрослее. Или старшеклассник какой-то, такой, типа, злой. О, Шуга такой живой. Я уже забыл про девочку. Я тоже. Смотри, какая агрессия в Шуга. Ой, Джин не может бэтбой играть. Он слишком красивый, милый. Агрессив. Агрессив Джин, это нереально. Это моя девушка, все. Нет, они привели, чтобы Чонгук признался ей. Ну, они меняются. У девочки такая особенная какая-то внешность. Ого! Oh,
Наконец-то! Наконец-то типа, они вернулись к первому, да, клипу немножко. Они тут и агрессив, и милые. Да. Вот просто когда они про только агрессив, это типа что-то, ну... Непривычное очень. Да-да-да. А когда они просто типа супер милые, как они вон там на баскетбольной площадке были в клипе, это... Тоже непривычно. Тоже непривычно. Нам нужно все сразу. Да. Слушай, а у тебя вот школа была похожа на такую школу? Нет. У меня была такая типа красивая школа со всякими красивыми обоями. Есть такие эти злые школы? Ну, может быть, Bad District. Да, да, плохой район. Да, в Сеуле. Кстати, интересно, как выглядит школа в Сеуле. Надо будет как-нибудь посмотреть видео про это. Спасибо большое, что посмотрели с нами этот клип. Да, спасибо. Я очень рада, что мы это наконец-то увидели нам Джуна. У всех вернули свои проблемы. Всех. Вернули нам Джуна Шугу и Джина. И теперь будем смотреть следующий клип вместе с вами. В полном составе. Да, продолжаем наш марафон. Да. Клипы в BTS. Не забывайте ставить нам лайки, подписываться на канал. Встретимся с вами в следующем видео. Всем пока. Пока.